вибрирует и отключается. Тут батарея сильно разряжена, но почему-то дисплей ничего не показывает. Может, батарея сильно разряжена? Ну, хотя батарея показывает 2 вольта с лишним. Ну, наверное, он может и не светиться в этом плане. Ладно, после покажу, пускай зарядится батарея сначала. Так, пока один телефон заряжается. Принесли другой, успели. Заряжается хоть или нет? Да, 800 ампер. Ого. Что-то многовато вроде как дает. А этот не светится. Такое много, такое, как будто короткое такое. Такое ощущение, как будто короткое. Плата не греется. Должен дисплей светиться, не светится. Светится 0 градусов. 0% разряжена сильно. Пускай заряжается. Принесли другой телефон. Модель X30. Что это такое? Клеем замазался. Так, что с ним здесь? Во-первых, он говорит динамик, он его продувал, динамик кранты говорит. Потом еще стекло начало, говорит, отклеиваться. Ну, стекло мне придется его расклеить, так как туда мусор попал. И заново его проклеить. Ну что, начнем разбирать, в общем-то. Только сначала скотч приклею. А, ну ладно, закончим с этим. Раз уже показывает он. Раз он шатается, то тогда смотрим, шевелим. Лишний раз мне тоже шевелить не надо его. Все, теперь он пойдет, можно собирать его. Потом на зарядку поставить. Так, из всех динамиков выбрал такой вот. Примерно похожий. Подпаяюсь проводами. Можно, конечно, поставить и с телефонов каких-нибудь нерабочих. А это я динамики давно уже покупал. Так я потом забросил этими ремонтами. Люди перестали ко мне носить. И я как-то это остановился в ремонте. А сейчас вроде приносят потихонечку опять. Вот эти динамики, блин, сейчас не помню, рублей 600, что ли, подождите. А, да, 600 рублей стоит, каждый динамик 100 рублей, я в ходе. Это что за такое? Отклеился, выбрался сюда. То ли он старый, ну ладно, это пускай так будет. Ну ладно, это я просто вам показал, что динамики-то в общем есть у меня. Ну какой мощный динамик? Спиакер. Так, ну все.
Вот отклеил я этот модульный дисплей, так как он говорил, что мусор к нему, мусор попал. Ой, ой, важная деталь улетела куда-то. Отсюда два. Сейчас только сюда упала. Вот она. Сейчас что мне? Очищу я его аккуратненько. Клей есть у меня 7000. И заново заклею. Ну, в общем-то, все, как это проделывать, не буду показывать. Всем это известно. Так. Да и потом мне надо под микроскопом это все проделывать. Я уже говорил уже, что плоховато вижу, поэтому не будете же вы на мой затылок смотреть. Все. Поставил я именно его вот так. Через бумагу. Через перец. Через перец огород. Через вот так вот. В такую фанеру, вот, которая похожа как это. Как бы она в одной плоскости прижимает полностью стекло. Почему я так сделал? Был у меня случай один раз. Как бы она идет по краю. Это вот такое тоненькое расстояние клея, где там прилипает, да? А вот тут идет с краю, вот с этого края идет тоньше, а дальше идет пустое место. И если там не лента, а клей, если там свободное место пространства, если там прижимаешь, а стекло тонкое, она там может лопнуть. Поэтому у меня был такой случай, я угол с угла прижал, и она возьми да лопнула. А когда по всей плоскости, она получается со всей плоскости прижимается. Но это мое такое предположение, так сказать, понятие, как я думаю, как лучше сделать. У меня другого способа не нашлось, не нашлось мне тоньше этого материала. Было бы тоньше, я бы потоньше поставил. Допустим, такое же стекло, старое какое-нибудь ненужное, вот, не имею в виду, телефона. Точно так же берешь по всей плоскости, его прилагаешь и прижимаешь, и все, она ровно, как говорится, со всех, по всему периметру одинаково. Как бы по всей плоскости прижимает. Заклеил, не знаю, в данном случае прижалась она, не прижалась. Ну, наверное, все-таки лучше бы будет, чем было до этого. Ну, как середина тут с обоих краев, она уже просто там было у них раньше скотч такой двухсторонний. Он весь был как шерстяной был, поэтому он не держал. Я его просто вырвал, а как сказать, он легко снялся оттуда, прямо по чистоте снялся, чистенький. Мне даже его не пришлось чистить. А потом клеем промазал по корпусу и вот стекло прижал вот так, таким способом. Типа, по идее, 2-4 часа должен сохнуть. Пускай сохнет. Сохнет, куда мне торопиться. Все. Потом, когда сделаю, уж посмотрим, что будет. Дальше будем делать, уже динамик менять ему.